Добрый вечер, я диспетчер. Ой, блин, не то приветствие. Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я скачаю читы для стендов 2, которые я нашел в Play Market. Но перед началом всего хейта, хочу сказать, что все это в экспериментальных целях. Я не хочу качать читы, я просто проверю и хочу вам кое-что показать. Поэтому, ребята, пожалуйста, кому нравится подобный контент с проверкой, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Очень вас прошу, потому что если будет много лайков и много подписок, то я вам разыграю какой-то нож. Поэтому поставь лайк и подпишись. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ну что же, для начала мы заходим в Play Market. Пишем запрос «Читы Standoff 2». Все предельно просто. Ну а сейчас обратите ваше внимание. Рейтинг стендоффа 4.3. Рейтинг читов для стендоффа тоже 4.3. Неужто они рабочие? Неужто они работают? Посмотрите, 4.3 рейтинг. Читы для стендоффа 2. Я, ребята, просто-напросто в шоке. Смотрим, сколько скачек. Более 100 тысяч скачек? Офигеть. 100 тысяч людей скачало это и оценили на 4.3 звезды. Это очень высокий рейтинг. А вдруг эти читы работают? Давайте проверим. Мало ли я чего-то не понимаю, мало ли я ошибаюсь. Вдруг эти читы работают. Так, ну что же, я скачал читы. Теперь я их открываю и посмотрим, что же будет дальше. Нажимаю кнопочку «Генератор ресурсов». Так, чтобы добавить ресурсы в свой аккаунт, нажмите «Перейти на сайт». Давайте перейдем на сайт. Что же будет дальше? Ну а дальше... Ага, введите свой никнейм. Пишу мой никнейм KentAPK. Вроде бы такой у меня никнейм. Сколько голды вы хотите? Но, ребят, я-то парень не скромный, я хочу всего, да и побольше, поэтому я хочу... О, не-не, 50 тысяч мало, 150 тысяч голды. Это для начала на один день не хватит. Ну и серебра давайте 1000, наверное, 100, тоже так по-скромному пока что. Шаг 2, выберите вашу платформу. Так, выбираю Android и нажимаю «Продолжить». Так, ну что же. Не, ну а вдруг эти читы реально работают? Почему такой высокий рейтинг? Я не понимаю. Ищем запись Кента пока. Так, что-то ищет. Ага. Так, изменяем значение голды на 150 тысяч. Так, изменили. Изменяем значение коинов на 100 тысяч. Ой-ой-ой, по красоте, пацаны. Сегодня я буду богатым. Так, так. Кажись, сейчас все будет очень хорошо. Ребят, какой нож мне купить первым, посоветуйте. Так, что это? Ошибка. Нажмите кнопку ниже, чтобы продолжить. Не понял. Чё за ошибка? Мы так не договаривались. Продолжить. Подтвердите, что вы не робот. Для того, чтобы добавить голду и коины, нам нужно убедиться, что вы человек, а не робот. Так какая разница, даже если я робот, что нельзя голду начислить, вам вообще жалко. Как подтвердить? Поставьте 5 звезд в Play Market. Вот это да, это тупо развод на голимого лоха. Надо поставить 5 звезд, и тогда типа придет голда на мой счет. Я-то думаю, почему такой высокий рейтинг? Я-то думаю, в чем секрет такого высокого рейтинга? А это, ребята, оказывается самый банальный обман. Но я, ребята, уже поставил им 5 звезд, видите, поставил одну звезду и написал «развод». И просто, ребятки, давайте немножко почитаем с вами отзывы. Никому вообще не пришло ни чуть-чуть голды. Вот чувак пишет: «Хорошее приложение, все окей, но почему-то у меня какая-то ошибка, и голда не пришла». Вот чувак пишет: «Не устанавливайте это, я сделал 5 рандомных ников». А, да, кстати, мы же там пишем ник, даже не ID, ник, ник. Как они голду могут начислить по нику? Ну, понимаете, это тупо развод на голимого лоха. Поэтому я, ребятки, ставлю этому приложению единичку. И я пожаловался на мошенничество, потому что это, ребята, обман. И так делать нельзя. Да и вообще, вы, мои уважаемые подписчики, пожалуйста, никогда не верьте в читы. Потому что читов нету. Даже если вы их скачаете, вас забанят. А в Play Market только такие читы, где вас просто обманывают, чтобы вы смотрели это приложение, смотрели рекламу в нем, и разработчики этого приложения зарабатывали на вас деньги. Поэтому мой вам совет: ядрить его колотить, не качайте это говно, и я его удаляю навсегда. Ну что же, ребятки, если вам понравилась подобная проверка, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите в комментариях, как вас когда-либо обманывали или пытались обмануть. Ну что же, с вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока.